плохо, когда нечто цельное раздваивается. Никто не должен искать ничего иного в пути самурая. Все иное уже заключено в том, что является собой путь. Если самурай воспринимает все именно так, он будет способен услышать обо всех путях и при этом все больше приходить к принятию своего единственного пути. Сейчас я хочу показать наглядно движение с парапланом под куполом. В данном случае мы представим, что у нас купол находится над нами в горизонте. Мы стоим в фронтальной стоечке и работаем вот произвольно. Работаем. Сейчас будем акцент делать лишь на ноги, на движение. Работаем с куполом. Вот он. Значит, купол вывели, оттормозили, развернулись, плавно стоим, работаем. Вот. Смотрите внимание на ноги. Человек не подготовленный, просто первый раз придя этим заниматься, да, у него ноги вяжут, ноги заплетаются. Нету четкого понятия перемещения в пространстве маятниковой системой над головой. Для того, чтобы заниматься этим, надо суставы расслабить, согнуть ноги в коленочках. Вот она, развесовка на две ноги. Вот это вот приседание вам дает плавность движения, вам пластику дает. Вы можете играть, вот оно, маятник, вы играете, вот оно, как в боксе, ручки у подбородка, да, ручки здесь, клевантами. Вот вы можете уже работать, перемещаться. Но не резко, а плавно. То есть в боксе это все резко, а здесь плавно. Значит, перемещение фронтальное. Купол здесь. Надо перейти туда. Мы переходим плавненько, перемещаемся. Стараемся нижнюю часть пояса нашу амортизировать и переносить плавно. А возвращать туловище в верхнее положение плавно. То есть мы переместились, например, влево. И плавно поднимаем корпус. Опять присели. Тоже плавно. Такие вот перемещения. Вот оно зерно, его надо уловить. То есть надо понять, что мы с куполом абы как подняли и бегаем там. Не знаю, запинаемся, падаем там. Надо поиграть с этим, надо разгрузить свои коленные суставы, раскидать ноги. Привыкнуть к этим движениям. Не надо параплан брать. Пришел в спортзал дома, просто раскидал свои ноги, попробовал, встал. Все вот эти вот плавные передвижения на поле, это усложняется. Здесь ландшафт естественный, кротовые кучи, ямы там, арматура, к примеру, и так далее, можно запнуться. Вот, ни в коем случае не делайте вот таких ошибок. Значит, вот он. Мы встали там, как солдат там у мавзолея, и стоим, да, там параплан подняли, начинаем его дергать, там что-то сами падать, спотыкаться. Это ошибка в самом начале. Это естественно, это неплохо. Мы учимся, вот, потихонечку идем. Будем разбирать вот эти моменты, ничего сложного. Это кирпичики в нашем фундаменте. Мы закладываем фундамент, грамотно все выстраиваем, а потом строим базовый дом на нем. Тогда будет все в порядке, ребят. Спасибо. Решение нужно принимать в течение 7 вдохов и выдохов. Надо быть целеустремленным, сильным духом, чтобы прорваться по ту сторону.